Плачешь ты, глаза от меня, и уже средь бела дня. Ты с Потапычем целуешься при всех. Ты довольно неодноразовый. Я люблю тебя. Чего, блядь? Каждый вздох, как первый раз. Чего нахуй? Анатолий, с наступающим тебя, а я поехал. То ли 150к дали? Да. Чат, мог бы и лучше. На самом деле, что это деньги, блядь? Мопсу чисто один раз к ветеринару сходить, я вас умоляю. Там сверху, сверху! Беги, волчок, беги, блядь! Да ты! Ай, здесь, пизда! Нет, 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 тихо, тихо, тихо. А чё их так дохуя-то, блядь? Ай, за мной отъебись. Теперь бежит, отъебись, мразь, отъебись. Паскуда. Ебись от меня! Сапанов, съебись! А, блядь! А, чё, не получилось, блядь. Ай, как обидно. Там пизда. Да чё ты меня-то держишь, блядь? Там и так пиздец, вон бежит. Да стой, дурак, вон бегут, блядь, за нами! Блядь, за пчёлкой бежит. От, сука. Иди нахуй. Иди нахуй! Бля, ебать, мы их вчера. Здесь двое, они на мне вон стоят, если. Нет! Блять, я сифозный! 4-2 все равно. Бля, за мной два сифа бегут. Отсосешь, блядь. Бля, а время здесь не будет появляться, типа сколько осталось? Нет, нет. Нужно, чтобы всех отца. Ебать. Блять! А, меня окружён нанесло, блин. А когда меня осадить успели, бля? Не надо! Спасибо. А не надо! Да заебешь, блядь, Клавин! Давайте уже это. Ой, блядь. Загоняй, вот загоняй его сверху. Загоняйте его. Да ебать, сука, да. Засалили. Ну, сосать я его осалил. Да, мне нравится мой чат. Да ничего особенного, аноним заказал Boxman Struggle. Знаешь, как это, ну, дефолтная ситуация. Вот я открываю донат и такой смотрю, там 100 рублей, 70 и 150 тысяч. Ну, типа. Бля, и где-то на вебке дрочит чувак и такой, да блядь! Где-то загрустила одна вебкамщица, блядь. Да-да-да-да. Ой, блядь, не хочу. Вот это не для меня, пожалуйста, пиздец. Че вы здесь? А, мы вчетвером против двоих, ребят. Против двоих? А, не, раз, два, три. Не, четверых, не-не. Показывал так просто камеру. Да пошел. Да иди ты нахуй держишь, блядь, хуебес в боксерке. Это а, здесь они появляются по новости, понял. Да, пососете. Сосать одного скинул. Хорош, Андрюх. Вообще не говори. Иди жижу красную пей. Да что это такое? Андрей, Андрей, блядь, ты что делаешь? Что? Я убегаю от вас. Враг один остался, ребят, враг один остался, если что. А, да? Да. Вот он около меня трется. Да-да-да, я бегу. Я бегу к нему тоже. Пойдем на перерез с ним. Ой, чуть сам себе не пытался. Бля, я упал, блядь, пытаясь его стал. Ой-ой-ой-ой. Убегаем. Какой-то он, блядь, потнич. Да вы чё, бля, вы рофлите нахуй? Понятно. Андрей, понятно, мы нахуя, одному въебали. Не, Андрей, я, нахуя, я его шел, блядь? Я его шел перехватывать, и он, да, меня, меня выебал. Да, меня ты шел перехватывать. Нет, нет, да, неправда, да. Неправда, неправда, да, неправда. Андрей. Ты врешь, ты враг, я враг. Пересмотри. Враг. Я когда делал маникюр, у меня, блядь, на второй день уже нахуй не ногти, блядь, а я не знаю. Я знаю, в чем проблема. Они растут у меня быстрее, как будто, блядь, не, вот не, реально. Не, просто перестань вытирать попу бумагой и переходи на воду. А, и коричневых под ногтей вот этих не будет, лисий полосочки. То, вот, не, эти, у меня их и так нету, я говорю, типа, у меня ногти растут быстрее, как будто просто. А, на самом деле, визуально кажется, что так, но, типа, я говорю, если ты еще заебенишь какой-нибудь цвет, то, ну, как бы, 2 недели, вот, железно. Вот. Ну, плюс еще это девочки, они же, ну, существа, Толя, с другой планеты, не слушай там, его, хуй просышь, Толя. Как... Вот. Но, да не, мне, кстати, кажется, он знает, о чем говорит. Да, но не, я на самом, нет, деле всем, ну, рекомендую, ребят, просто надо отказаться от туалетной, не, бумаги. Не, ей же не обязательно красить, можно бесцветной, а, лак, ну, типа, накладывать, ну, просто, ну, для укрепления ногтей, типа, и все. Блядь, да сука! Лопард настолько ухаживает за собой, что сейчас он выглядит как человек, который умирает в 4К, чат, ну, держу.
Спасибо, ну, типа, Егорик, он даже да для я этого знаю. Вебку купил, камеру себе купил. Специально для этого. Да. Короче, чат, раньше я сегодня... Раньше он Full HD умирал, а сейчас 4К. Я сегодня видел, как в Желебино хуярили, типа, бомбоубежище там, типа, и стрелочки вот это вот. Кто-нибудь видел в районе Выхино-Желебино? Давай снимем бункер, да? Тут недавно Кристофер Нолан сказал, что он воссоздал ядерный взрыв, ну, как бы, типа, а что, мы так же не можем? Понял, стоять у него за жопой не получится. Сука, тварь, блядь, иди нахуй отсюда, уебище, блядь, лесное, сука. Я пошел. Давай. Что? Как-то? Ты же... Я, да, я к Диме. Бля, меня... Сказал, пошел нахуй, я пошел. Меня бык выбил аурой, блядь. Бля, я недавно смотрел эротический фильм, где актер заикался. Я так смеялся с этого говна, пиздец, и чувствовал себя отвратительно. Мне тут один подписчик написал комментарий, блядь. Я даже не знаю, стоит ли этот комментарий обсуждать. Его забавно, что его отсек сам YouTube, блядь. Типа у некоторых в головах очень странное восприятие действительности. Короче, комментарий. Везет же Украине, они могут покупать игры, блядь, без VPN-а. Блядь, ебать, серьезно, блядь. Ты видел мои стратегические запасы доктора Пеппера, блядь? Да, я видел. Стало, блядь, еще мне кажется, больше, то ли не понимает немножко формулировку стратегические запасы. Знаешь, типа кто-то, бля, тушенки. И все. Такой, блядь, доктор Пеппер. Только с ним мы выживем. Приготовь лапорт все остальные. Хорошего вам вечера. У меня сегодня день рождения. 20 лет. Опа! А девчата на канале у нас взрослеет. Видал? Видал? Уже женщинами становишься, как говорится. Давайте поздравим Ксению. Поставьте ей сердечко. Спасибо, персик огромное тоже. Алекс Ник, спасибо тебе огромное. Бля, надо себе сиськи сделать. Блять, это больше на завывание щенка похоже. Блять, нахуй. Это больной лабрадор сейчас был. Бля, я хотел бы когда-нибудь, чтобы Чик-Чирык, короче, сделал. Ну ты представь, бля, я даже вот вспомнил сейчас его голос. Представь, он такой Чик-Чирык. Да как собаку на лапе наступили. Наша штыкотетка, блядь, да? Ну типа, пояснять за это вот то, что он сказал. Он такой, вот что вот молодежи нравится. Да, вот это. А прикинь, пресс-конференция, реально кто-то стоит такой, извините, а вы не могли бы сделать... Бля, давайте сделаем фем-версию Чик-Чирыка в аниме. Ну, кстати, Ксения, спасибо тебе за именно такой донат. Вам Ксения Кливер передает всем привет, ей сегодня 20 исполнилось. И я подумал, что если бы она дополнила к своему сообщению, что типа, смотрю тебя с 14, знаешь, типа... Блять, ребята, я пиздец уже? Такую историю нахуй расскажу. Это можно, блять, как сделать так, чтобы замутаться на стриме? Тебя замутать на стриме? Не, ну, как да. бы, чтобы меня не слышали. Ага. Сука. А, Лапар же не знает, что у нас Андрюша озвучивает, озвучивал PewDiePie голос. Нет. Блять, я поспиз, да, последний с этой историей. У Андрюши просмотров там было, блять, я ебал нахуй. Это тот самый знаменитый канал. Да, блять! Мы обиделись в чате, говорит, ну сорян, я ж не могу подставить Андрюшу, чё. Чат, я и сам себя хорошо подставляю, давайте это говно не накидывать на вентилятор хотя бы. Такие конченые, я повелся. Бля, да ты баю нахуй, бля. Ёбаный дракон, блядь, обосрал ну мне вот всю малину. Куда, куда, блядь, куда? Не, не туда, куда вот бежит этот долбоёб. О, так, направо. Диман, налево, налево, вот сюда, налево. Сюда, сюда. В смысле, вот нет, туда, то ли не да, тут? Да, да, да. Я финишу. Нет, назад беги, назад. Бля, ну левее, ты же сказал налево. Левее. О, да. Так, здесь в левый передний. Левый, 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 левый. Шоколадный задний. Лево, 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 да, блядь. А. Так, тут не, назад. Правильно. Нет, неправильно. Левее на один надо. Так, еще левее. Вот тупо лево. Лево, 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 лево. Вот давай, тут? Давай, давай, вот, давай, вот давай. Вот это лево. Да, да, да. Волок уважает. Так, здесь справа налево. Ай, блядь. Закрутило. Здесь вот туда дальше беги. Прямо вот туда, да? А, вот сюда, да, Лапарджо? Не, во, во, вот, да, 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 да. Не сюда! Вот, вот сюда, туда, да. Во, да. Во, не сюда! Ебать, Яндекс, Алиса, карта просто охуенная. Блять, мне, кстати, вот сколько мы музыку слушали в последнее время, ни разу, блять, не заказали бетономешалку, ёпта. Бетономешалка мешает бетон. Бригада строителей жрет самогон. Бетонщик Тементий залез. Я не буду. Сатана могила, сатана могила. Бля, я думал, кладбище могила, сатана хуила.
Колечки. Бля, конечные. Не, ну колечки норм. Бля, спасибо. Короче, мы с Лопартом думаем, что он как бы вроде отжимается, но есть предположение, что когда банк пива под кровать, нет, знаешь, стой, нет, отжимается, сказал Ваня. Так, Ваня отжимается. Зачем Ваня, блядь, отжимается, если да нам КамАЗ нужен? Да не Ваня отжимается. Он про КамАЗ Ваня сказал, что КамАЗ отжимается. Все, я ебашим. Ах ты, сука. Суки. Пидоросы. Так, ладно, я ухожу отсюда, потому что тут... Мне кажется, мы въебем. Да, согласен. Тебе не кажется, блядь, золотко, золотко! В смысле, я прыгнул через него, что за хуйня? Ну, пожалуй... Да, есть, золото взял. Игра ебанутая. Типа, я пролетел через это золото, и нихуя не произошло. Ясно, не знаю, где спавнится. Приходите в мой двор. Мои жопы открыты. Хотя уж чресла. Мои чресла открыты. Мы проебываем, кстати. Да, согласен. Ну, бля, ну чилы тупо знают, где эта хуйня висит. Какое-то говно, блядь, они в натуре нахуй куда не пойду, они уже берут, блядь, это кольцо ебаное, блядь. Золото! Чё, никто не... Не допрыгнул, сука, ну ёбаный рот, блядь. Фички такие сочные, такие спелые. Я же вот первый даже пролетел в это кольцо, ебать. Уходим, Лиф. Да. Большая проблема, на самом деле, когда начинаешь заниматься спортом, что у тебя тестостерон начинает вырабатываться в жутких количествах. Ты не знаешь, куда его девать. Слушай, на самом... Я выплескиваю, блядь, да, и в банку. На прохожих, с балкона такой, да. Толя, это у тебя бутылка самогона, да? А вот это в баночках белое что? Это тестостерон, блядь, зимой, чтобы хватало. Я когда проходил медкомиссию по военнику, сдавал какой-то анализ на эндокринную систему или чего-то там, и мне сказали, что у меня повышенный тестостерон. Чтобы вы понимали, я выглядел точно так же, как сейчас. Ну, как бы, типа, я, блядь, тестостероновый гигант. Вот бы чилы в казарме охуели. Да, они такие, знаешь, как в Прайде львы, понюхали? Или меня и такие, воу-воу-воу. И все чеченцы такие, мое уважение, Андрей. Сука. Не, ну у меня бывает, конечно, что когда женщины рядом со мной проходят, они такие, ага. Ты думаешь, это так работает, да? Но потом я просыпаюсь. Как эта история на самом деле выглядит? Проходит Катя такая... Блять. Ебать, Андрей, ну ебаный рот. Прости, Катя, я думал, ты не рядом, блять. Меня знаешь, что больше убивает? На каждое 23 февраля, день рождения и так далее, мне мама постоянно дарит дезодорант. И она такая, вот тебе дезодорант. Я такой, то есть она мне напоминает, что, ну, типа, что я воняю, блядь, что ли. Я ей как бы постоянно говорю, что, мам, я из тебя вылез, ну, как бы, такой же запах, как у тебя, она мне нашла. Странно, бля. Странно, непонятно. У меня, короче, такая хуйня. У меня батя вообще не пахнет. Я вот подхожу всегда, батю нюхаю, а он нихуя не воняет. Я такой, блядь, интересно, блядь, посмотреть, как это выглядело. Ну я такой, знаешь, вот как вот супчик, когда варишь, и вот так вот ручкой так делаешь. Вот. Он даже когда может выпить скипидара, типа, от него воняет, ну, максимум абрау дюрсо. Знаешь, вот как майбах новый открываешь салона. Я говорю, батя, как так? Тебе 56, скоро в гроб, блять, какого хуя? Добрый сын, ебать. Здесь просто. Скоро в гроб, блять. Ты бы еще про наследство спросил. Сука! Ну я пытался. Ладно. Спросить? Помочь выбрать бате гроб. Блять, Андрей, ну пиздец. Да блять! Это карма, ёпта. Да ладно, шучу, я люблю своего отца. Он мне жизнь подарил. И его пенис. Не, ну... Я всегда на день рождения говорю, батя, спасибо, что постарался. И не смыл меня в аквапарке. Он такой, да пожалуйста, просто вода закончилась сыном, поэтому как бы... Как говорится в песне великого Биг Рашен Босса, пенис-доминатор, пенис-пенис-доминатор, этот господин тебе жизнь подарил когда-то. А потом у тебя все рекоменды будут в Биг Рашен Боссе, да, блядь. И уже не важно, хочешь ты послушать, не хочешь, блядь, это никому не придется. Кстати, я считаю, что Пашу Техника, все же знают Пашу Техника. Ну да. Я считаю, что это современный философ, которого мы будем разбирать на уроках философии. Леонора говорит, что это какой-то сексизм. Что? А, ну и, блядь, отбиваю всем вагинам респект. Блядь. Типа, я не против пенисов, не против вагин, то есть спасибо огромное яйцеклеткам там, типа, тыры-пыры. Мужчины все равно потеют в этом плане. Ну, типа, мы больше потеем. Но вы тоже пиздатые вагины. Пиздатые вагины, блядь. Пиздатые. Обожаю. Лучшие. Пенисы, хорошо, вагины, охуенно. Мурки всем в это время, блядь, заходят на стрим, альтомяу. Мурки.
Мурки, мурки. Ой, блядь. Тихо. Действительно, раком ставить это не активом потеть. Ну, согласен. Бля, Андрей, а приведи еще какие-нибудь пиздатые цитаты. Цитаты пиздатые! Я упал. Я тоже. Да, мы все упали, нет, кто-то бегает. А, Лапард бегает. Потейте первые 5-30 минут, а потом, нихуя 30 минут, кто там, блядь, потеет 30 минут. Ну, ребят, ну, это... Как на столе литейки, сразу видно человек, который вообще, ну, как бы, никогда не видел секс. И 30 минут, блядь, там, дай бог, 2 минуты. Андрей, у нее дети есть. А, бля, нихуя себе, у тебя 30 минут, что вы там делаете, блядь, за 30 минут? Я бы еще и сериальчик смотрите посмотреть успел. Пиздец. Вы там кроссворды, блядь, шарады играете? Шу, блядь, я понятия не могу. Вы берете лампу и начинаете исследовать свои вот эти чресла, типа, что тут у нас? И в Майнкрафт ебашите. О, смотри, новый прыщик, да, там? Да. Блядь, 2 минуты, не, все. Не, я могу воспринять 30, я прям могу воспринять 30 минут, если туда входит время, пока побрить там, все, помыть. Тем более, 30 минут, это дорого, ребята. Вот я считаю, лучше, чем полную версию, надо ранний доступ всегда брать. Там баги есть какие-то, но это так, прикольно. Mm. Да, типа, вам нужно, блядь, сходить к семейному психологу 30 минут, вы что там делаете? Блядь, Андрей. Я таких цифр в жизни не видел. Сейчас Фиана расскажет, что еще и у мужа, знаешь, там член 28, блядь, и мы вообще нахуй встанем и выйдем, блядь. О, это вообще фэк тогда просто. Все же знают, что больше 9 не бывает. Все остальное это пиздеж. Книги рекордов Гиннесса я открывал, там, короче, человек-мутант, блядь, 13 сантиметров, блядь. Я так смеялся. Короче, ебать, так это же, блядь, как хобот. Был чувак один в Индии, по-моему, либо в Южной Америке. Он себе залупу настолько растянул и гордился, что у него огромный пенис. Хотя на самом деле у него там 5 сантиметров, а все остальное это крайняя плоть. Я думаю, ебать колотить килограмм кольц кальмаров, типа под пивко пойдет. Целый пакет, блядь. Представь, какая это, ну, удача для раввина. Типа, блядь, первый раз таки не получилось. Ладно, второй раз, ну ладно. Йося, тут можно 10. Так, ну я долго не протяну. Секунд, да, блядь, 30 максимум. Все, я его зафаршмачил. Секунд 30 максимум, блядь, больше не рассчитывайте, ебать. О, меня окружают. Да ты баю, блядь! Меня окружили. Бля, вот этого надо изловить. Хорош. О, хорош. Один. Где, да, он? Я тоже был зафаршмаченный, куда он? Не вижу, блядь. Да, блядь. Нет. А кого? Ну чё, блядь, ребятки, извините, вот такой вот он интернет, нахуй, а что вы хотели? Не, знаешь, 30 минут можно, если вот во время коитуса, да, блядь, перед тобой, типа, будет сидеть жирный мужик, который будет на тебя надрачивать, типа, тогда да. Тогда можно, блядь. You cold. Да мне кажется, тут даже, блядь, 30 до хера. И ты обязан на него смотреть, Андрей, понимаешь, у тебя держалка вот такая для подборок. Мне кажется, это, знаешь, это идеально толерантная семья из разряда, типа, что ты подписываешь договор, там, сверяются юристы, нотариально заверенная, там, типа, вот это все, хуйня, вот это все. А потом 2 минуты стандартных наших, ну, знаешь, как бы, типа. Знаешь, ты, на самом деле, это очень вредно столько сексом заниматься, потому что вы же знаете, что мысль, она, типа, имеет силу, да, там, вот. И вы представьте, что столько мужиков одновременно будут, там, представлять расчленение котиков, собачек, там, ну, я не знаю, блядь, пожирание говна, я, что там, блядь. Бабушка, типа, я хуй знаю. Кого как. Ну, типа. Бля, представь, за 30 минут ты такой, мертвая бабушка. Мертвая бабушка. Это мерзко было первые 10 минут, да? Да. А потом ты на следующий раз такой, типа, может, ролевые игры, да, надевай вот эти старые чулки, я тебя потыкну ножом, знаешь, типа. Да, и сзади бабушка такая рука. Да, и нафталином ее нахуй такое, блядь, чтобы воняло еще. Ух. И не двигайся во время секса, даже не дыши, блядь. И достань пенсионную книжку, пожалуйста. О, да, 5000, о, да. Скажи, как ты сидела в Сбербанке и ждала пенсию. Ой, бля. А теперь, скажи теперь, как все шлюхи одеваются. Ой, бля, пиздец. Кто наркоманка из старого подъезда? Да, типа. Расскажи, как соленья делают. Ой, бля, пиздец. А теперь скажи самое главное. Я подхожу... Сталин охуенный. О, бля! Скажи, что на меня нет Сталина. О, бля! И потом просто как это папа Стэна, блядь, у компьютера. Да, блядь. И ваша вторая половинка такая. Да, блядь, не о таких я ролевых играх думала.